Сейчас. Я ничего не нашла. Клянемся своей кровью. Букер, лови. Спасибо. Постараюсь, пошли еще. Нужно? Спасибо. Кажется, следы ведут вниз, в хранилище. Нашла деньги. Букер, смотри. На полу бумага с шифровкой. Ателье Хадсона. Наверное, книга с кодом где-то здесь. Половина. Что там? Комсток берет половину заработка каждого гражданина. Надо мне тоже заделаться пророком. Спасибо. Если я проверну это, то все их патенты? Все, мистер Финк. Зачем пророку убивать этих двоих? По той же причине, по которой мертва леди Комсток. Ребенок. Почему он поручил это мне? Только вы можете подстроить несчастный случай. Я не думаю, что это настоящая леди Комсток. Думаю, это
Это как бы смесь ее личности и моих чувств к ней. О чем ты? Я очень зла на нее и на отца. В ней частичка нее и частичка меня. Я сама не понимаю, что это. И Архангел сказал мне, что только мое потомство сможет уберечь Колумбию от гибели. Но леди Комсток не приносит наследника. Я сделал все, что может мужчина, но мои усилия бесплодны. Я просил совета у Людесы, но даже она не может мне Yeah.
пусто. Тогда... Вы отсюда. Это безумие! Какие у тебя доказательства того, что Финк причинил зло лютесам? Мне сами лютесы сказали. Лютесы? Когда? Вчера. Вчера утром. Руперт, они уже неделю как мертвы. Чудесное дитя! Здравствуй! Мне жаль, что твоя мама, леди Комсток, умерла. Уверена, твоя была получше моей. Может, скажешь, почему башня закрыта? Сначала болтали, что из-за погоды, потом из-за оспы, потом, что там привидение. Обещаю, я сохраню твою тайну. Твоя подруга по переписке — Констанция. Замок. Попробую. Все. Подержи у себя. Вот, держи.
Уверяю, я не питаю к вашему пророку сексуального интереса. И мадам Лютес? Более того, он бесплоден. Это ложь! Забери свою девчонку! Ей не место в моем доме! Бесплоден? Они не мои родители. Что? Тогда кто ты им? Ребенок, которого они держали в клетке. Не понимаю. Зачем близнецы послали нас искать три истины? Эти разрывы что-то связывает? Квантовое поле или что-то такое? Элизабет, они хотели, чтобы ты поняла ее. Кого? Поняла мою... Ладно, пошли. Кажется, Камсток стал стерилен из-за нашего изобретения. У меня есть теория. Как гены родителей ослабляют друг друга, соединяясь в ребенке, так и множественные реальности в соединении обезличивают наш мир. Человек теряет то, что делало его уникальным. Те, кто знал правду, довольно быстро умерли. Я даже не его дочь. Я для него просто подопытная особь. Нет, Элизабет, послушай. Никто в мире не заслуживает того, что сделали с тобой. Покер. Мы выберемся, ты поняла меня? И это все останется... Я не твоя дочь, а я ненавидела тебя за то, что ты не моя мать. Нет успокоения! Букер, она вон там! Букер, лови! Я не закончила! Отлично! Дочь твоего мужа. Я его жертва. Но все изменилось. Мы должны простить друг друга. Потому что есть тот, кто гораздо хуже, чем ты. Пророк убил меня. Потому что ты не хотела меня. Обогни. Тогда почему я жива? Ты не жива, не в этом мире. Или это ты в другом мире, где ты не встретила его. Или где я спасла его. Я не знаю. Это возможно? Узнай, дитя, узнай.